Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. Порадовали и любители эстрады. Впервые в Сургуте выступил певец, победитель проекта «Один в один» Алексей Чумаков. В рамках гастрольного тура с концертной программой «Тут и там» Алексей для сургутских зрителей исполнил как самые известные свои хиты, так и совершенно новые песни. Кристина Семенюк продолжит. Добрый вечер, все те, кто сегодня пришли к нам на концерт. Это я не себя, а вы, если вы смели заметить, рядом со мной еще прекрасная команда музыкантов, и сейчас я бы хотел, чтобы вы поаплодировали этим прекрасным ребятам. Друзья мои! Один из ярких представителей российского шоу-бизнеса Алексей Чумаков впервые посетил Сургут со своей программой «Тут и там». Несмотря на перенос концерта на месяц позже, зал практически полон. На протяжении 2 часов певец рассказывал историю о своей жизни, о творчестве и участии в различных проектах. Еще в юном возрасте Алексей вместе с родителями переехал в Тюмень. Как сам поделился артист, для него югорчане всегда родные и близкие люди. Ведь с этим краем у него остались самые теплые воспоминания своей юности. Гастроли, съемки, записи песен, плотный график все равно не мешает, хоть и редко, но все же общаться со своими земляками. Конечно, поддерживаю. Со всеми теми, кого я хорошо знал, я всегда поддерживаю связи. Многие оказались уже в Москве, и мы видимся. Конечно, я знаю и общаюсь со всеми, кого я знал в Тюмени. Приезжаю в Тюмень иногда, и, ну, редко, там, разок в год, но, может быть, в 2 года раз, там, на 2-3 дней, и, конечно же, вижусь с ними. Конечно, не только песен ждали от Алексея в этот вечер. После его блистательной победы в шоу «Один в один» на Первом канале, сургутские зрители приветствовали истории, связанные с этим проектом, и, естественно, пародии. К слову, после победы в конкурсе Алексей не покинул это шоу. Сейчас он в составе жюри. О том, есть ли разница и как ему в этом амплуа, певец охотно поделился после концерта. Когда становишься отцом, начинаешь понимать, почему за тебя беспокоились родители. И также здесь, когда ты садишься в жюри, ты понимаешь, насколько было сложно членам жюри. Не могу сказать, что это проще, но я могу сказать, что это не менее интересно. Сургут стал еще одним городом, в котором Алексей Чумаков покорил сотни женских сердец. Своими эмоциями искренне делились зрители после концерта. Впечатления очень хорошие, на ближайший месяц точно хватит. Мега позитива, живой звук. Да, Алексей Чумаков, как всегда, невероятно талантлив. Конечно, в восторге. Я смотрю, люди тоже под впечатлением. Красиво закончили на позитиве. Очень много позитивных эмоций, очень классный концерт. Кристина Семенюк, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Fashion Collection. В модных заведениях твоего города.